пульсоксиметр купить дешево, опасно. Давайте разберемся почему. Пульсоксиметр измеряет частоту пульса и уровень насыщения крови кислородом или сатурацию. Этот показатель очень важен при заболеваниях коронавирусной инфекцией, поражениях бронхов и легких. Пульсоксиметры – это медицинская техника, и они должны быть поверены и сертифицированы. Измерение сатурации и частоты пульса производится двумя датчиками красного и инфракрасного излучения. Один из путей, как сделать дешевый пульсоксиметр, это поставить отбракованный датчик. Как видим на диаграмме, разница между нормой в 95% и критическим состоянием в 92% очень небольшая, всего в 3%. Если прибор не точен, то жизнь пациента может оказаться под угрозой. Еще один путь сделать пульсоксиметр дешево – сократить комплектность. В упаковочной коробке подделки покупатель не обнаружит ни батареек, ни инструкции, ни шнурка или чехла для ношения прибора. Такие пульсоксиметры, к сожалению, сейчас продают на рынках и в киосках, а также в интернет-магазинах, не имеющих отношения к медицинской технике. В Китае такие подделки стоят $2.5. Задумайтесь, разве может столько стоить качественный медицинский прибор? В сертифицированном товаре комплектность будет полной. Снизить цену пульсоксиметра также возможно, если не проводить метрологическую поверку прибора. А при отсутствии метрологического сертификата, конечно, невозможно пройти сертификацию прибора на соответствие стандартам медицинской техники. Продажа таких пульсоксиметров является преступлением. Но есть и другая сторона. Часть покупателей просто не знают о важных отличиях настоящего пульсоксиметра и подделки. Услышав рекламу или получив рекомендацию врача о необходимости контроля сатурации, они ищут товар просто подешевле. Сейчас вы можете видеть на экране эти отличия. Подделка слева, сертифицированный пульсоксиметр, который прошел все испытания, справа. Внимание! Вот основные отличия медицинского прибора. В производстве применяется нетоксичный медицинский пластик. Прибор имеет надежный корпус и яркий дисплей. Высокая точность медицинской техники важна для сохранения жизни пациента. Наличие инструкции по пользованию и сертификатов соответствия стандартам обязательно. Медицинский пульсоксиметр не может стоить менее суммы, эквивалентной $10 США. В гривнах Украины цена качественных пульсоксиметров колеблется в диапазоне от 300 до 600 гривен. Приборы с опцией фиксации результатов на смартфоне стоят от $20 или 700-1200 гривен. В комплекте должны быть элементы питания, не допускающие течи электролита, иначе прибор выйдет из строя. Пользователю остается вставить батарейки в отсек, соблюдая указанную полярность, и пульсоксиметр готов к работе. Когда вы решили купить пульсоксиметр, обратите внимание на качество изготовления прибора. Его можно почувствовать, просто взяв прибор в руки. Протестируйте пульсоксиметр перед покупкой. Все составные части хорошо подогнаны, нет лишних зазоров. Пластик гладкий и приятный на ощупь. У несертифицированных приборов возможны люфты и посторонние звуки. В дешевой подделке мы выявили торчащие провода с поврежденной изоляцией. Как вы думаете, долго ли прослужит такой прибор своему обладателю? Выброшенные деньги. Внимательно посмотрите на экран. Вы уже можете легко отличить подделку от качественного. Сейчас у вас есть возможность увидеть работу датчиков красного и инфракрасного излучения. Несертифицированный прибор имеет низкую яркость свечения излучателя с неравномерным световым импульсом. Именно от корректной работы датчиков зависит правильность показаний, а значит жизнь пациента. Излучатели сертифицированного прибора работают с хорошей яркостью и равномерным импульсом. Мы подошли к самому главному моменту – это проведение измерений и фиксация результатов.
здесь для вас отличия станут наиболее очевидны. Оба прибора включаются нажатием одной клавиши. Оба прибора имеют функцию поворота показателей на дисплее. А теперь внимание на экран. Какой пульсоксиметр выберете вы? Согласны ли вы получать показатели с большой погрешностью? Готовы ли вы ради небольшой экономии рисковать своим здоровьем и здоровьем своих близких? Теперь вы обладаете знанием и можете распознать подделку, как бы ее ни рекламировали. Тело человека – его частная собственность, точно так же, как его дом. Принимать решения только вам. Сделайте свои выводы. Пульсоксиметр должен быть в аптечке каждой семьи. Для людей, которые имеют заболевания дыхательной и сердечно-сосудистой систем, сообщаем о новинке на рынке медицинской техники – Спиробанк Окси. Пульсоксиметр, совмещенный со спирометром. Спиробанк Окси – это три измерения в одном приборе – сатурация, пульс и функции дыхания. Плюс опция дневника результатов на смартфоне. Спиробанк Окси. Перейдите по ссылке на экране. Медицинский маркет IT-Med – надежный поставщик сертифицированной медицинской техники. Будьте здоровы!